Агентство по финансовому мониторингу ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, социальной сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров. В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейсы, где осуществляется сбыт запрещенных средств. Установлено и идентифицировано 80 пользователей телеграм-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны. В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тысяч человек. Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. Анализ показал, что более 50% потребителей приходится на города Астана, Алматы и Алматинскую область. Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 миллиардов тенге. В текущем году установлены 59 карт счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram. По итогам предварительного анализа финансовой разведки, общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 миллиарда тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 миллиона тенге направлены в Министерство внутренних дел. Уважаемые граждане, в очередной раз напоминаем, что употребление наркотических средств крайне негативно сказывается на здоровье человека. В зону риска также попадают подростки, применяя наркотики и подвергая опасности здоровье и жизнь. Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья, круг общения, контролировать просматриваемый им контент в интернет-пространстве, покупки, которые он совершает, а также источники поступления средств на его карточные счета. Напоминаем, что за приобретение и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.